Здорово. Здорово. Привет. Салют. Астрахань. Все здорово. Чё жарим? Чё порубим, то и пожарим. Сочи, привет. Опасный. Башкирия, все привет. Треня ночью. Тренироваться будем ночью. Я грудку замочу. И все. Здорово, здорово все. Так. Что мы здесь? Бардачок. Всю жизнь тренируемся. О, Ялта, привет. Все привет. Все здорово. Где Ксю сейчас придет? Ну, домой пошла. Сейчас придет. Ксю здесь, наверное. Где она? Сейчас напишет, где она. Блин, ненавижу бардак. Разводит здесь. Да, да, мне просто некогда было посмотреть. Я потом повтор посмотрю Адама. Мне это самое. Работы очень много. Сегодня понедельник, блядь. Такой день тяжелый. Вообще. Хвосты по отчету. В час сегодня встал. Чё гудит? Печка гудит. Плита гудит. В смысле, мой зал в аренде. Помехи. Лег. Были в 5, по-моему. На 8 часов я поспал. МКС, да, МКС гудит. Какой злой, с чего вы взяли? Я не злой, блядь, я бы наврат, я не злой! Че, испугались? Блядь. Блядь. Ой. Так, где моя грудка? Привет, привет. Да, я шутник. Люблю шуткануть. Так, интересно. Какая-то сука спиздила мой нож. Блять, поймать бы, в жопу ему воткнуть этот нож и провернуть. Так. Ксюха у меня наелась. Я на одного буду. Здорово, здорово, народ. Дела? Дела нормально. Все по плану. Работы много. Понедельник. У меня девочка моя, это такая, заместитель, навалила мне сегодня. У меня рука уже отсохла подписывать, печати ставить. Так, я думаю, мне хватит этого. Да, курятинка. Курятинка она самая. Сейчас мы ее... Ребят, вы не обижайтесь, если я что-то пропущу. Я так между делом что-то вижу, что-то не вижу. Как вам моя борода? Блять. Ксюха не дает бриться. Говорит, не надо бриться. Не, на самом деле здесь что-то не видно ни хера. Высвечивает. Блять, она пипец. Привет, привет. Ну, блядь, час начинает чесаться, да, мне это немножко напрягает. Почесывается. Ну, говорят, это пройдет, да, надо перетерпеть просто. Чё готовим? Медальоны куриные. Куриные медальончики. Говорят, пройдет, да? Подождать нужно чуть-чуть. Пройдет. Ладно, попробую отрастить. Я на самом деле думаю, знаете что, лысину побрить, а бороду оставить. Вообще будет, блядь, пиздец. Страшный буду. Борода в пикселях.
Ну, ребят, я не знаю, что народу до хера. Wi-Fi кто-то жрет. Усы побрить еще? Ну, наверное. Усы побрить — это будет чеченская борода, да? Если усы побрить. Муфли. Ну да, усы мне не нравятся. Пизду их. Так. Гостюнин совсем плох. Да, я сейчас в Инстаграме видел фотку, он там фак показывает такое, блядь, со своей этой татуировкой, блядь. Ребята, как он пожалеет, блядь, он начнется, он пожалеет об этом, ёбана в рот. Пиздец какой-то. Ку-ку-ку-ку, кукарику. Мне кажется, он пожалеет, конечно. Это на чемпионате Москвы мы сфоткались. Ёпте, я забыл посолить. И соль, сука, заканчивается. А, блядь, а где соль? Че, больше соли нет, что ли? Ёбаный насос. Соль. Где соль еще? Соли нет ни хера, что ли? Блять. Куда соль девалась? Мать-ти-ти. Ни хера не вижу соль. Ой. Сегодня грудь потренирую. Завтра ноги. Завтра тяжелые ноги будут. Сегодня грудь. Разгрузочный день. Да я как-то не особо загружен, чтобы разгружать день. Мне бы загрузиться. Я... Нет разгрузочного дня. У меня все дни разгрузочные, блядь, сейчас. Я никак загрузиться не могу. Ну ладно, человек сам выбирает, как ему жить. Я про Гостюнина. Ему же никто ничего не делает, он сам все делает. Поэтому сам пусть потом и думает, что натворил. Я думаю, что он очнется, ребят. Я думаю, что он очнется все-таки. Надеюсь. Очнется. Что за тату сделал? Смотрите в Инстаграме. Или там на канале у него. А, кстати, ребята, у нас сегодня ночью, наверное, ну хотя не ночью, скорее всего, завтра. Дома комп слабенький. Я, может, завтра поеду комп себе куплю домой, мощный. Дома компик, но он в свое время был очень крутой, но сейчас я так видео на нем монтировать, конечно, адский. Так, это для видео он не тянет. Ксюха там сегодня монтировала этот какого? Тайские каникулы. Вот. Поэтому мы сейчас это начнем выкладывать тайские каникулы. Инстаграм у Игорька работает, я видел его фотки. Вот. Вот только что смотрел. Буквально 15 минут назад видел. У него там фотка, он факт показывает своей татуировкой. Блять, соль, сука, закончилась. Куриную грудку готовим. Медальоны куриные.
Да, позволяю иногда фастфуд. Но не особо часто, в основном только в том случае, если нет возможности поесть нормально. Вот, если куда-то еду, если куда-то где-то вот нету возможности поесть, бывает. Но на самом деле не фанат. Не фанат я Макдональдсов и KFC, там, Бургер Кингов всяких, честно скажу, не фанат. Но могу себе позволить все что угодно. Я, в принципе, и позволяю себе много сладкого, и при этом, видите, вены торчат адские. Так что, ребят, форма Адама хорошая промежуточная форма. Очень хорошая промежуточная форма. Вот. Но она промежуточная. Адам, ну я с ним общался же, не пиковал он и все правильно сделал, все нормально. Этого хватило, чтобы выиграть Ставрополь. Гуарану девочкам, конечно, можно пить. Почему нельзя? Можно пить девочкам гуарану. Только не слишком много. Одной порции достаточно. Стейки ем и все ем. Так, сейчас я плитку настрою. Я здесь, короче. Давно ем. Да. Все ем. Блять. Сейчас гриль почищу. Тут гриль, блядь. Сюда. Немножко подзасрался. Супер лопатка выручает. Потер. И гриль чистый. Лопатка вообще огонь. Сейчас вам расскажу, что у нас тут будет. Так. Сейчас, народ, 5 секунд. Гриль чищу. Все, почистил. Сейчас будем выкладывать. Это МКС, да. Это МКС. Здесь все гудит. У Ксюхи как дела? Нормально дела. Ксюха сегодня ролик монтировала. Я же говорил. Она сейчас придет. Она дома была. На такси приехала домой. Пошла домой. Сейчас придет уже скоро. Привет, привет. Кого не видели. Так. Чего показать? Лопатку какую? Вот эту что ли? Так, все. Жарится грибка. Где грибы? Наркоманы все грибы поели. Зачем мне лопатка? Я не знаю. Я не задумывался об этом. Адам, да, Адамчик молодец, вообще красавчик. Все правильно делает. Как восстановить СНС? Бухнуть, наверное. Да, рис варю. Плитка гудит, это она, сука. Здесь у меня гриль неопознанной фирмы из Ашана. Дома у меня гриль Тефаль. Посмотрите у меня в подписчиках. Я на Адама подписан и там на Дашу Наварскую. И все, и у меня там мало, 5 человек всего. В моих подписчиках посмотрите. Либо просто наберите Адама Бакаров. То же самое они юзают, что и любители. Абсолютно то же самое. Тархун где? Вон Тархун.
У меня сегодня и тархун, и ситро, и лимонад. Короче, я всего набрал. Так что все здесь. Вот. Валера жрет и спит и колется. А, кстати, вчерашнего этого Валерона я там заблокировал. Я не смотрел, что он там писал. Я нашел это самое. Ну, первое сообщение, которое он там написал, это Валерон тестостерон, его забанил. Спасибо, давайте, удачи, бегите. Национальность Адама, дагестанец. Аминокислоты гидролизированные не лучше, а обычные аминокислоты, таблетки, такое же говно, как и протеин. Ну да, я не читал, мне просто там часами смотреть трансляцию некогда было. Я... Дети есть. У меня в подписчиках найдите Адама. Там всего 5 подписчиков у меня, и можно найти протеины. А что такое протеины? Я не знаю, я куриную грудку принимаю. Нутроболикс, там, по-моему, гидролизированные аминокислоты. Нутроболикс в черной банке. Хорошие аминокислоты, они еще кисленькие такие. Хорошие, пробовал, да. И не одну банку съел. У Ксюхи Попов, у нее обычно через сутки начинают болеть. У нее уже вчера задница заболела. Она сидеть не может. Так что ловите секреты. Кто хитрый, тот не будет писать, тот будет смотреть и все запоминать, и записывать. А не будет всякую херню спрашивать, сколько лет, сколько чего там. Вот. Поэтому я считаю, что вот в этих перископах умный человек, который головой шарит, он много чего полезного может увидеть. Ну, уже доехала, сейчас скоро придет. Я думаю, пока я тут... Ой, так, грудка, где она? Блядь, так, еще чуток осталось. Сейчас, рис. Не горит, еще полминутки. Ой, что так много? Суп? Я суп не готовлю, но... Я люблю суп. Иногда где-нибудь в кафе, в ресторанчике взять что-нибудь поесть. Я операцию не буду делать никогда на глаза. Может быть, когда карьеру бодибилдера завершу, тогда сделаю. Сейчас не буду. Зачем лезть? Мне 35 лет, зрение не менялось. Сейчас влезешь в глаза, потом хуй его знает, чем это обернется от тяжелых тренировок. Какой объем... Я не меряю особо. Я даже не знаю, какой у меня объем. 54-55 где-то примерно. Приблизительно. Приблизительно. Ой. Сейчас грудку поскидываю. Ай, какая вкусная, мягкая, вообще просто прям мягкая-мягкая, вкусная-вкусная. Здесь, кстати, прилично, здесь, сейчас скажу, 900 грамм, здесь полпачки. Здесь где-то грамм 400 точно, а то и 450. Смотрите. О, вообще огонь. Так, ладно, пока там рис. Блять, гриль забыл вытащить. Да и какой ремонт?
Это не дом, это МКС. В машине гриль. Надо в машине тоже в хаммере поставить. Дверь заднюю открываешь, там разложился, там грильчик достал. Там, кстати, на углях можно все делать. Вообще огонь будет. Бицепс, ладно, только для тебя. Вот, видел? Вот. Так, что у нас сегодня мы пьем? Что мы пьем? Мы сегодня пьем, мы допиваем ситрон и лимонад. Сейчас лимонадик откроем. Ой, блядь, ёб твою мать, чё ж так сильно-то всё залил, блядь. Твою мать, чё-то он вспенился, падла. Чё, нормально, самое главное, телефон не намочил. Да, я знаю, Тархун вреден. Бутылку, да. Бананы ем. Да, курсить нужно, ну, не раньше 21 года. Да, Жвухин, конечно, сделает хорошую форму. Я думаю, что очень хорошую. Жвухин очень сильный спортсмен, очень сильный. Несмотря там на пару недостатков, там грудь подорвана, да, там еще что-то, но Жвухин очень сильный спортсмен. Есть жена, есть. Так, ну что, вы не против, если я... Ну, короче, не против. Я думаю, что мы с ним по любителям не сойдемся. Спасибо, ребят. Какая сушка, я еще набрать никак не могу, блин. Бля, не соленая, сука, падла, херово. Ой, Ксюша, ты где? Вон, Ксюха появилась. Эй, у вас, слушай, я на тебя не готовил, да? Но я тебе могу чуть-чуть оставить. Или тебе приготовить? Хочешь, приходи, ее 3 секунды готовить. Давай я тебе сейчас по-быстрому. А, слушай, Ксюш, зайди, пожалуйста, соль купи. Наверху. Ладно? Соли нет ни хера, блядь. Такую же баночку купи с соли. Сейчас мы тебе забабахаем за 5 секунд. Пока я рис съем, мы тебе сжарим грудку. Я не считаю углеводы на наборе. Сколько влезло, столько и влезло. Давай, я тебя жду. Килограмм курицы надо хавать, но я не всегда, сука. Я сейчас творогом забиваюсь, ну, грудки там, яйца, аминокислотами еще.
Сейчас грамм 400-450 примерно. Да это там кто-то звонит. Посрать. Почем грудка? Блядь. Нахер его знает, почем она здесь? Не вижу. Цены нету. Не, не видел. Хер его знает. Это эти медальоны куриные. Сыром не люблю. Гараж. Точно на гараж похоже. Это МКС. Нет, у меня не ремонт. Это не квартира, ё-моё. Это подсобка. Куриные медальоны. Вот, видели? Перекрестки продаются. Это самая мягкая часть грудки. Не-не, братан, не пиво вообще, короче, это не пиво. Это ёрш. Вообще нормально. Я не пьяный, не-не-не. Я не пьяный. Конечно, буду тренироваться сегодня. Сейчас Ксюху накормлю и пойдем тренироваться. Грудка вообще огонь, во рту тает. Вы что, сухая? Какая сухая? Блядь, она просто пролетает. Грудь сегодня тренировать будем. Что для набора массы посоветовать? Жрать много жрать. И не просто много-много-много жрать, а, блядь, пиздец, как много-много-много жрать. Если ты считаешь, что ты много жрешь, то ты только это считаешь, что ты много жрешь. На самом деле ты нихуя не жрешь, надо еще больше жрать. Я серьезно. Все старо, как мир. Ну, срать это уже как сколько сожрешь, столько и посрешь. Я жертва фастфуда, ты угораешь, чувак. Куриная грудка, натурпродукт. Правильные продукты питая, если не жир растет. А если не лезет жрать, то надо запихивать. А если запихивать не получается, извини, чувак, генетика у тебя ЖКТ хуевая. Так уж бывает иногда. Ферменты. Ребята, ферменты — это опасная вещь. Фермент нужно либо курсом делать, либо под присмотром специалиста, либо иногда редко закидывать там. На постоянке вы посадите нахуй поджелудочную, не вздумайте ферментами хуярить. Пизда ваша, поджелудочный придет. Куриную грудку, медальончики. Поджелудочная отвечает за выброс ферментов пищеварительных. Да, инсулин повышает аппетит, но, блядь, это очень опасная вещь. Любителю лучше не ставить. Лучше не экспериментируйте с инсулином. Пиздец будет вам. Отъедете ненароком еще. Аргинин сажает поджелудочную. Первый раз такой слышу. Ребята, если вы не специалист и не бодибилдер, более-менее одаренный пацан, не надо вам инсулин. Не надо, блядь, не экспериментируйте. Ой-ой-ой, сколько много всего. Спорт, кто больше съест куриной грудки. Что за провода? Хер его знает. Провода какие-то.
Я ставил пептиды, сейчас не ставлю. Мне можно молочку на сушке. Вам не знаю, у всех по-разному реакция. Я ем молочку на сушке. Привет. GHRP 6 ставил, GHRP 2 для аппетита ставил. Ну, кстати, аппетит можно GHRP повысить. Я все ебашу. И гормон. У CJC вместе с GHRP очень хорошо в связке работают. Вот. Это мой личный опыт. Ну еще я ставил. Что я еще ставил? Мелонат там ставил. Загар пипец был. ГР какой хороший. Джентропин. Если он хороший, аптечный. Джин, ну ансамон, опять же ансамон, если хороший. Если ансамон не 49%, то хороший, 49% это плохой ансамон. Кто в теме, тот понял. Хагитропин полная шляпа. Одна треть там максимум. Растан не знаю. Растан есть хорошая аптечная, Растан есть подделка. Жуткая подделка, есть вообще пустой. Я с Растаном вообще никогда не связывался. Ксюня, вон она здесь. Присоединилась только что. Она идет. Ксюнька идет. Сейчас соль купит и придет. Будем ей грудку жарить. Вон, видите? Идет. Сейчас придет моя красота. Ксюшка сегодня монтировала ролик. Тайские каникулы. Сейчас посмотрю, что она там наделала. Интересно даже самому. Мне кажется, будет круто. Мы его сегодня добьем вечером. Ну, в смысле, вечером. Ночью, блядь. Wi-Fi опять тырит. Ну вот смотрите, я пришла, и он начал опять. Да, это ты тыришь. Да я, у меня 2% на айфоне. Фу. Ты хочешь такую приправу? Ну я просто хочу попробовать, да. Почему нет? Ну ладно. А что так мало? В смысле мало? Приправы. Как мало? Я так ставлю, я так обильно все. Смотри, она вся сейчас будет. Что, тебе мало, смотри? Ну да, нормально. Ладно. Это мало? Нормально, нормально. Нет, вот это... Это разве мало, Вася? Что ты говоришь такое? Не, хочешь еще насыпь? Насыпь? Да не надо, ладно, все. Слишком жирно будет. Крышку вот так поверни сюда вперед. И выкрути его до конца. До конца. Еще. Все, открой. Так, народ, не кипишуйте, ё-моё. Сейчас сделаю, все, будем дальше общаться. А ты хочешь, я почитаю? Рэпчик. 4 минуты примерно в среднем. Я ехала на такси, как будто в этом. Как будто в чем? Я не знаю, как упаковали в ящике в каком-то. В ящике? После Хаммера? Да. После Хаммера, да. На этом, на все, Солярисе. Сейчас уйду. На Солярисе. Вообще просто. На какой температуре? Руки аккуратнее. Да, аккуратно. На максимальной. Не знаю какой. Здесь не показывает, какая температура. Дай-ка я выложу. Вот, говорит, народ прососался там. Ну и хорошо. У меня, кстати, в подъезде наклеена реклама «Инферно». Ну это хорошо. Значит, ребята работают. Да. Причем на каждом этаже. Хорошо. Ребята работают. Так, ща, народ. Что хочешь? Да. Кто-то помочь.
Не понравилось нам пиво. Нам 58 на двоих. Чего присел? 210 на 8 сейчас. Молодец, красава вообще. 210 на 8, это ништяк. Блять, я Хаймер не для того покупал, чтобы на него газ ставить. 55 блядь. Бывших парней для девушки 22 лет, это нормально? Чего? 55 парней для девушки 22 лет, это нормально? Ну такая ебливая штучка. Такая ебливая походу. 52? Вообще. 55 бывших парней для девушки. Опытная девочка, я вам хочу сказать. Очень опытная. Очень ценная, опытная. Кстати, смотря с какой стороны посмотреть. Возможно, очень даже и хорошая партия. Представляете, что она умеет делать, творить? Это прям вообще это жесть. Что не факт? Не факт. Что не факт? 55. Ты думаешь, 55 ее бы жарили, если бы она была не факт? Это факт. Вот. Про кого мы? Я сам не знаю, про кого мы. Про девушку, у которой было 55-52 парня. Во сколько лет? Во сколько лет? Ну, может, она просто проститутка? Что с ней делать? Что с ней делать? Ебать, что с ней делать? То же самое, что и предыдущие 52. Что с ней делали? Вот. Она больше ничего, походу, не умеет. Ты запьешь? Вы это самое. Дашу не обижайте. Пятьдесят пять оттенков. Не трогай. Все, сейчас сделаю. У нас бицепс, сколько у нас бицепс? На двоих, наверное, я не знаю, 70-80, наверное. Мешок? Ну, тогда ныряй с головой туда. Привет, Сергей. Чё? Смешно сказать? Грудь сегодня будем качать. Бля, время 11:30. Охуеть. Так, так, не мешайся мне. Ну-ка дай-ка я... Куда мне уйти? Да никуда не отходить, просто мешок. Так, я думаю, полминуты еще. Ебать она... Крутая. Ну так иди в зал и качай. Хочешь? Иди в зал и качай. Так, это пустая? Угу. Мне можно? Нет, конечно. Ты гонишь, что ли? Это еще, можно? Спрашивает еще, блядь. Вообще. Можно? Вон этот. Ситро. А мюсли не можно? Какие мюсли? С утра. Никаких мюсли. Овсянку. Для здорового образа жизни прежде всего нужно правильно кушать, правильные продукты, белки, сложные углеводы и смотри, овощи. Смотри, Иван, я зато на Пхукет, на Поводяновский не встал. Давайте, давайте, давайте. Удачи вам, блядь, завидую, хочу тоже на Пхукет. Ой, как хочу. Ты хочешь? Мы с Ксюхой тоже хотим. Эй, грудка сгорит, быстрее, быстрее у вас с тобой. Тихо, подожди. Что-то очень много, мне кажется. Нормально. Ну я съем. Ешь, ешь. Держи это. Так, держи. Держи, скидывай. Да скидывай, я сейчас скину. Блин, она вообще мягкая. Давай я скину сейчас. Только ее надо горячей есть. Давай скину. Давай, скидывай. У кого живот опух? У меня, что ли?
Это называется опух, да? Офигенный пресс. Всем бы такой приснят. Это опух, да? Блядь. Кто там жалуется на мой живот? У кого в межсезонье такой живот? Покажите. Вкуснотища. Мне сейчас все завидуют. Только не говорите, что не видели, что заглючило. Сейчас я им покажу. Нет, не будет. Вы чувствуете этот запах? Я чувствую. Ты здесь будешь кушать? Ну, мы можем туда пойти. Я бы покурить. Ты что, ты что? Нет, ты сейчас будешь сидеть со мной тогда. Не, я бы сбегал, чтобы время не терять. Нет, а что, вот так там сидишь, что ли? Там Ксюша где-то ходит. Да какая Ксюша? Твоя Ксюша. А Настя там есть? Настя. Настя, мы сегодня букет цветов подарили. У Насти сегодня день рождения. Да. Смотри, еще 25 минут день рождения. Что-то я, да, должна я поздравить еще. Она сегодня работает? Да, она бывает здесь. Поздравим от вас. Мы сегодня уже поздравили. Пресс? А черт его знает. Кому большим, кому маленьким, кому... Я вообще не качаю пресс. Фармил? Да, в линейке фармил, в Варкрафте фармил, на ботах. На ночь ботов ставил и фармил. Насчет эко ничего не скажу. Что вам сказать насчет эко? Эко, она и в Африке эко. Если вас не посадят, если вы найдете чистый... Что случилось? А я ключ не принесла тебе? Нет. А Влад закрыл, да? Заебись. Я машинкой брею все перед соревнованиями. Да, если вы найдете чистый эфедрин, купите в аптеке аспирин и кофеин в аптечной, все это дело забабахаете в пропорциях, это будет неплохой жиросжигатель, на мой взгляд, такой самый рабочий. Но, к сожалению, я думаю, вряд ли вы найдете, это фуфло будет. Скорее всего, это будет фуфел полнейший, это не будет эфедрином. Это какая-то будет хуйня. Не путайте эфедру, не путайте растительный эфедрин с настоящим эфедрином. Синтетику не надо путать. Все, что в этих жиросжигателях, это не эфедрин. Не-не-не. Ксюха точит, да. Да, очень вкусно. Экстракт эфедры, да, это не эфедрин, это ж так себе, баловство. На Арнольда ездил. Че, я пойду схожу по босику? Да. Mm-mm. Да. Mm-mm. Ну все тогда. Чего, кто чего? Про что ответить? Пора в зал, да. Блин, что-то капает. Опять. Да это там конденсат. Где найти такую, чтобы не пила и не курила? Ксюх, у тебя есть такие знакомые? Ну,
знаю. Я нашел. Не бьет. Ключик? Ключик. Это мой ключик. А твой где ключик? Внутри. А что он там делает? Отдыхает. Ладно, давай это. Ты куда сейчас? В ванну? В ванну, блядь. Выпить чашечку кофе, блядь, принять ванну. Пойдешь туда? А, тут закрыто, кстати, блядь. Куда? Да тут дверь, суки, закрыли. Ладно, народ, давайте. Я сейчас на тренировке включу, я пойду телефон на зарядку поставлю. О, видали, какая у меня борода? Вот здесь видно. Скоро не будет. Стрижку покажи. Стрижку, блядь, под мартышку. Все, давайте, попозже включусь.